Хорошо. Сразу подождите, бомбу выбрасывать. Вылетим. Надо будет, сбросим. Да, пожалуй, они надо. Уважают. На пушках садятся. Вот что, на ПЗшку падает? Да, падает. Вот 300 метров. Перечем. Все, ты держишься. Будешь. Рома на С в подвал. К этой местности я не доеду. Все, вот он падает на меня уже. БФ пролетел надо мной. Уже идут. Точка А ПЗшка идет. Ох, надеюсь, не промазал. Попал. Подвал, где подвал? Где точка С? Ингрим, у тебя на хвосте. Он бомбится, скажите мне. Со мной дорожится. А точка С бомбится, скажите? Нет. Все, понял. Очень сложно. Можно, но сложно. Хорошо. Так, беру воздух еще раз. Ой. Мужики, берите воздух. Не хотите быть раздолбленными? Берите. Ядрить? Они все за мной, что ли, летают? Ну нахуй. Где-то я это уже видел. Блин. Разбился нечаянно. На Б танк подъезжает прям сейчас. Из С не уезжай, там такое халявное местечко. Хорошо. А Б можно сбить, не сбивать? А Б танк стоит вроде. Да, стоит, берет, уже взял. Стой на месте, стой, Рома, лучше. Ладно. Два танка на Б, помогите нашим. Внизу, по бортам. Они обходят, да, с двух сторон. Да все, некоторые люди борта разбирают. Сейчас приедут на С. Бля, сейчас они какие-то злые, бля. Расслабились, потому что, бля. Полетай там. Всех подряд скосили. Она бы одного с осенью забрал. То есть верби. Там еще один дедыны. Тут он на Б еще один стоит. Чего их? Ладно, 9 штук мы у них сполотели. Фига себе, радость Остенду. Осень, два верби. Осень вообще хорошо забирает. На верби. На Б, мужики, заходят на Б. Да, на Б зашел. Зенитка вышла. На меня стреляют он. Отлично, спасибо. Это на Б забрал, да? Да. Еще один едет. Ром, зря с С вылетел, потом тяжело будет отбить обратно. Мужики, если кого там грохнут, на С езжайте еще раз по новой. Ее вот, да, потом выковыривать оттуда сложнее гораздо. Я же говорю, радость толстую. Вот, уже кто-то снимает.
еще одного забрал. Он, по-моему, сбил и едет так к нам сюда. На Б. Е-3-57. Нам повезло. Там Т-3-57 едет, короче, с С на Б. Кстати, тут остался, забирает. Я запомнил, все равно. На боине. Еду на совсем кридона. Без точка. Ох, не надо было съезжать. Говорил же, не съезжайте. Оттуда выезжает С, она освободилась. В сторону Б танк. Вижу его, попробую забомбить. Я еду на С, чтобы сбить ее. Нет, не долететь тут. Даже не подлететь вообще. Обратно едет на С, сволочь. Подожди, я тоже сейчас на С поеду. Освиль пазика завалил. Да тут зенитки вообще рулят. Пазика может завалить все. Это и Вербель может завалить. Не, на Вербе двоих вот забрал сегодня уже. Кто пошел вот в этом бою? А кто на Инграме? Я. Просто он тебя обходит. Я кританул. Он тебя обходит, вот в мою сторону едет. Да, он критованный, так что добивай, я с точки сбиваю. Он убегает, я понял, он убегает. Он дыму напустил, я не вижу. Выезжай, на Б не выезжай, кто там на Б, не выезжай. Не... Отлично. Зараза, тут эти 4 мм стоят. Не поставил это нормально. Еще едет там. А, завалили его, вижу. Мифтуна Мехмета. Мать его турецкая. У них минус один. Что-то они как-то начали хорошо и подсдулись. Бывает со всеми. Самолетики летают, два. Да. Кстати, если вы сейчас истребители собьете, это будет еще минус два. Дора летит, Дора летит. Вот Дора, блядь, С может расхерачить. Может, да? Весом? Да. И сколько килограмм берет? Да вообще можно полтинником, если очень удачно попасть. Вот прям под лестницу туда кинуть. Кика забирал, я критовал. Два танка на А. Может сразу. Там аж прям до потолка. Меня забрал. У нее полкрыла у Дора. Блин! На С забрали меня. Вроде кританул я его, и все равно. Пазик там. Сейчас еду обратно отбивать. Тяжелый танк. Я снимаю прицел. Какой-то там куни-кануни, блин. Куни? Интересное название. Ну, кануни он. Но очень похоже. Вербу забрал тоже. Клинация под землей, наверное. А, да. Еду туда. Да ладно, блин.
Он вообще не целился. Дурачок, он еще раз из С выехал, хочет Б сбить. И тем самым проебал. Бомблю Кавасави, нет? Прям как нет. Зенитка еще не бомбилась. Нет, ну я забрал, тут только вышла зенитка. Только я на С заехал. Оно и кончилось. Сейчас, секундочку, я перезайду, а то у меня без звука. Давайте, перекур. 2 минуты. Давайте.